Тренажерный зал, бассейн, спортзал с боксерским рингом, площадка для игры в пинг-понг. Всего 8 залов Узловского физкультурного оздоровительного комплекса. Один за другим их будут приводить в порядок. Начали с тренажерки. Каждый день сюда приходит около 200 человек. Но последние несколько лет рискуют собой. По словам директора ФОКа, стены разрушались на глазах во всех помещениях. Ремонтировать спортобъект ведомственная железнодорожная компания не собиралась. Невыгодно. На 12 миллионов, которые уходили на его содержание, в год лишь 3,5 возвращались за счет платных услуг. Когда стало известно, что ФОК закроют, узловчане написали обращение губернатору. В ноябре ФОК перешел в собственность региона. И началась работа. За 2 недели ремонта сделали новые полы, оштукатурили стены, потолочек, освещение. Просто все прекрасно. Все тренажеры, которые у нас здесь были, мы их вынесли на второй этаж спортзал. То есть люди там занимаются, то есть тренировочный процесс у них не прекращен. Зоны силовых и кардиотренировок, раздевалки и душевая. Все работы собираются закончить к февралю следующего года. А до конца января будет разработана смета на ремонт всего ФОКа. Деньги на работы будут заложены в региональный бюджет на следующий год. Нужно менять фильтры, менять вообще фильтрацию на бассейне. Разберемся с ФОКом, пойдем дальше на территорию, на улицу. Как бы здесь большой комплекс, спортивные площадки, волейбольные, баскетбольные, коробка хоккейная. И я думаю, что данный комплекс будет таким, знаете, точкой притяжения для всех жителей Узловского района. В планах привести в порядок и 2 футбольных поля. Они будут с подогревом и искусственным покрытием. После ремонта «Локомотив» передадут под филиал областной школы Олимпийского резерва, где в том числе будут готовить будущих чемпионов. Андрей Чаркин, Александр Лехнер, Первый Тульский.